Молодое поколение приморцев достойно продолжает традиции великой державы. Об этом в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко говорил во время открытия военно-патриотического фестиваля «Найди себя». На большой площадке собрались сотни военных, спортсменов, представителей общественных организаций, расскажет Владимир Ощенко. Участники клуба военно-исторической реконструкции покажут сцены сражений во второй половине фестиваля. А пока все вместе – и рыцари, и красноармейцы, и немецко-фашистские захватчики – на полевом биваке пьют чай. Возможно, это всего лишь хобби, но такое, что обогащает молодых людей. Первично во всем этом деле – изучение истории. То есть изучение самой Великой Отечественной войны, ее событий, ее значений и изучение материальной части всей, то есть вооружения, обмундирования, снабжения. Фестиваль проводит региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ, которая выполняет и задачи по подготовке допризывной молодежи и дает школьникам и курсантам не только хобби, но и дополнительные специальности – водителей техники, парашютистов, матросов и штурманов. Я хочу, чтобы все вы учились и видели, что можно сегодня достигнуть в результате усиленного труда, учебы. Хочу пожелать участникам и будущим, которые найдут себя в фестивале, новую профессию, новую возможность откроют для себя. Огромных успехов! Удачи вам! Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сказал, что приморская традиция фестиваля, начавшись на Дальнем Востоке, наберет силу и по всей стране. Открылся фестиваль грандиозным парадом воспитанников профильных вузов и военно-патриотических клубов Приморья, а затем каждый искал себя и свое предназначение у стендов вооруженных сил и авиации, технических школ и общественных организаций. Смотрите, сколько людей фотографируется и с кортиками, и с палашами морскими, и на машине ретро. Да, из трех болтов. Членами ДОСААФ в Приморье сегодня являются 4000 человек. Но людей, заинтересованных в военно-патриотической работе, развитии технических и спортивных навыков у молодежи гораздо больше. И фестиваль «Найди себя» ярко продемонстрировал этот факт. Владимир Ощенко, Руслан Мартынычев, «Панорама».